Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая, с сайта GearBest. И это у нас спиннеры. Заказывал я большее количество спиннеров, но, судя по всему, видимо, не было в наличии. Так, это все. За часть спиннера мне вернули деньги. 6 и 9 спиннеров, в общем, должно быть. Так, давайте по порядку. Первый вот такой вот спиннер. В такой вот коробочке. Все запечатано. Открываем, смотрим. Вот такой цветной классный спиннер. Очень тяжелый. И отлично крутится. Так, здесь у нас вот такие вот цветочки. Листочки какие-то. В общем, довольно-таки неплохой спиннер. Такое впечатление, как не керамик, как керамический. Так, следующий у нас спиннер. Сразу буду ложить в коробки, чтобы не перепутать ничего. Так, следующий у нас вот такой спиннер. Вот такая вот толстая коробка. Сзади выглядит вот таким образом. И вскрываем. Так, вот такой вот круглый спиннер с метрическими шариками. И вот так вот крутится. Отвратительно данный спиннер. Давайте с этой стороны попробуем. Тоже плохо крутится, но на вид довольно-таки необычный, интересный спиннер. Но ход у него совершенно плохой. Так, сразу ложим в коробку. Так, все эти спиннеры были заказаны на сайте GearBest. Стоимость спиннеров от доллара до $2. Так, второй спиннер, третий спиннер вот такой вот. Вот таким образом выглядит сзади коробка. Необычная коробка, не такая, как у всех. Так, и здесь даже... Нет, здесь ничего нет, я думал, инструкция. Сзади на внутренней стороне коробки вот надписи. И вот таким вот образом выглядит данный спиннер. Здесь, если крутить какое-то колесико, то видим, крутятся все колесики, взаимосвязаны. Так, и вот таким вот образом крутится. Довольно таки интересный спиннер. Неплохой в сравнении с предыдущим. И здесь вот еще как-то он вроде бы, не, вроде бы ровно стоит. Оказалось, что неровно. Так, оставим его пока таким образом. Так, следующий вот такой вот белый спиннер в черной коробке. Вот таким вот так вот сзади выглядит. Так, скрывать его, судя по всему, здесь. Вот такой вот страшный спиннер с такими вот то ли глазами, то ли еще чем-то. На ощупь пластик. И вот так вот хорошо крутится, довольно-таки неплохо крутится спиннер этот. Ссылки в описании прикладывать нет смысла, так как цены меняются. Заходим на сайт GearBest, в раздел спиннеры и выбираем себе. Так, следующий у нас вот такой вот спиннер. С такими вот то ли смайликами, то ли еще чем-то. С одной стороны нет почему-то.
Ничего там не вывалилось. Ага, он еще и светится. Интересный спиннер, и вот так вот крутится. Как видим, получается какой-то как рисунок. Так, а если в другую сторону? Так, с этой стороны уже ничего не светится. Вот такой вот интересный спин. Довольно-таки необычный. Я, по крайней мере, таких еще не, у меня не было. Так, следующий спиннер у меня в коробке, вот в такой, в таком пакетике. Ну, наличие коробки это не столь важно, сам спиннер довольно-таки интересный. Можно использовать как игрушку. Как видим, здесь стрелочка в виде языка и выбор каких-то опций. И вот таким вот образом крутится с таким вот звуком. Вот так вот прокручивается. Ну, сама форма и исполнение довольно необычное. Так, этот еще он мигает. Так, следующий у нас вот такой спиннер. Тоже довольно-таки интересный. Весь какой-то резиновый. Толстенький такой вот. Давайте прокрутим. Вот таким вот образом крутится он. С другой стороны рисунок аналогичный. Ну, довольно тоже таки неплохой спиннер. Данная группа спиннеров, которую я вот в этот раз заказал, дороже, ну и соответственно сами по себе спиннеры качественнее, чем я заказывал предыдущие. Как видим, здесь двойных даже нету, одни круглые и с разными необычными рисунками. Так, следующий у нас вот такой. Вот так вот выглядит спиннер, вроде бы как дерево на ощупь. Шероховатые и с шариками. Вот таким вот образом крутится. Ход прокрутки довольно-таки неплохой, характерный звук при прокрутке. Вот такой вот спиннер в виде шестеренки. Так, и последний на сегодня спиннер вот такой. Зеленый, резиновый и с четырьмя концами. И на каждом конце у нас разные фигурки. Вот так вот крутится спиннер. Очень приятно ходит. Не сильно громкие звуки издает. С другой стороны все так точно так же, в точности одинаково. Ну вот такие вот на сегодня спиннеры в количестве 9 штук с сайта GearBest, стоимость от 1 до 2 долларов. Кому интересно, заходим на сайт GearBest, заказываем. На этом все, всем спасибо, всем пока.